Привет, друзья! Я сейчас укладываю Лизоньку спать и хочу рассказать о нашем отдыхе в Турции. Мы приехали в город в провинции Алании, Абласар называется. Отель называется Old Sky Mag. Очень понравился нам отдых. Мы приехали 3 апреля на 12 дней. Вот сегодня будем уже уезжать. Море было, конечно, очень холодное, 18 градусов, но тем не менее я там купалась, и очень даже классно. Еще тут на территории есть теннисный корт, мы с папой играли в теннис, в настольный теннис можно играть, можно бегать по территории. Я взяла кроссовки, бегала пару раз, а потом купалась, это было очень классно.